Эй, Симс, ты знаешь, что от этой дряни можно ослепнуть? Ага. Вот и хочу успеть посмотреть. Белл, пойдешь с Симсом. Вы хорошо друг друга дополняете. У нас новый приказ. На четвертом аванпосте Паракорти есть то, что позарез нужно Комми. О чем конкретно идет речь? А что лучше не знать? Паракорт штурмуют раз за разом. Наше дело — собрать это нечто и свалить нафиг. Спокойно! На этом задании у нас будет поддержка с воздуха. Справимся без проблем. Надеть наушники. Всем бортам доложите готовности. Барсук 9-1, готов. Барсук 9-2, к взлету готов. Барсук 9-2, обороты в норме. Птички на взлет, полный газ, ручку на себя. Все борта в воздухе. Все крепко держатся? О, господи, Адлер! Почему у меня есть ощущение, что у тебя плохие новости? Потому что ты не дурак, Симс. Хотя новости неплохие, скорее даже очень хорошие. Объекту в Паракорте придется подождать. Отходим от основной группы, сделаем вылазку. И что же в этом хорошего? Источник сообщил, что в городе завелась крупная рыба. Советский агент с позывным Персей. О, черт! Разделяю твой энтузиазм, Симс. Если это правда, нашу разведку ждет золотая жила. Там Персей впервые попал нам на глаза. Подходим к деревне. Принято. Подбираю площадку. РПГ! Пилок 2, задайте им жару! Вон, на колокольне! Ready?
Все равно, что искать иголку в стоге сена. Слышишь? Твой ход, Белл. Открой дверь. Адлер, они здесь. Подтверждаю. Уверен? Тут два трупа, и они совершенно не похожи на вьетнамцев. Белл, бери журнал связи. Посмотрим, с кем они болтали. Задание выполнено. Данные у нас. Пора валить. Отлично. Держи документы. Сейчас тебя заберем.